История гидрофойла насчитывает около 7 секунд с момента, когда ее поставили на балансборд. Все начинается именно здесь, на гидрофойле. Давай, общий, крупный, средний план. Отходи. Нет, страшно, это как... Взрослые люди вроде бы могли бы фирмы иметь. Сев, слушай, но так как ты первый в мире придумал этот вид спорта, да, то и у тебя есть возможность сейчас придумать ему название. Гидробалансборд. Нормально. Он фойл. И 108 спрыгни. Дай только, я убегу. Слушай, слушай.